Всем привет! Будем подключать iPhone к телевизору. Вот такой простой, незатейливый кабель нам понадобится. Каким образом? Подключаем к старенькому телевизору через разъем, так называемый разъем тюльпан. Вот. Кстати, есть USB, можно во время просмотра питать телефон, чтобы наша батарея не садилась. Ну, давайте подключим. Подключаем вначале видео, потом аудиодорожку. Вот, и... собственно, разъем в сам iPhone. Так. Вот все манипуляции, ничего сложного. Открываем любое видео и смотрим. Сей кабель можно купить на AliExpress от 7 до 10 долларов. Не очень дорого, но для тех, кто хочет получить удовольствие, вот таким образом просто включая и пользуясь для просмотра каких-то своих видеороликов, прямо на телевизоре, я думаю, вполне удобная вещь. Поэтому рекомендую. Ссылка под видео, можно купить у проверенного продавца, я покупал там. Je peux vous faire la tasse chaude. Vous venez dans la tasse chaude, Hans. Quand on parle des charcuteries ardennaises, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, il y a toujours ce fameux jambon. Jambon d'Ardenne? Jambon d'Ardenne. Ici, ouais, oui, qui est là. Также, кроме видео, можно просматривать какие-нибудь фотографии, любое изображение, которое мы поместили в наше устройство. Можно листать, просматривать. Да, по-моему, штука очень удобная, да, можно масштабировать. В общем, рекомендую, друзья, покупайте, не пожалеете. Я очень доволен, вещь весьма полезная. Идешь кому-нибудь в гости, подключаешься к его телевизору и показываешь все, что у тебя есть в твоем собственном айфоне, что наснимал. Хочешь кино покажешь, хочешь свои фото, хочешь какие-нибудь другие селфи. В общем, все, что желаешь. Итак, друзья, кому интересно, рекомендую. Под видео можете найти ссылочку, нажать на нее, перейти в магазин и купить себе эту маленькую, но весьма полезную вещь. Успехов всем! Пока!